Навес. Удар по воротам. Второй удар и мяч в сетке. Бразилия открывает счет и делает это Данте, когда уже шли добавленные минуты к первому тайму. Позволили пробить, и сейчас кому-то не поздоровится, потому что Буффон отражал удар фактически с линии вратарской. И позволили еще и добить. Дешилио стоял между Тиаго Силвой и Данте. Ну, Кьеллини и Бонуччи. Два человека, которые головой играют просто великолепно. Хотя, да, Фред молодец, вне всякого сомнения. Бразильцы открывают счет. И... и атака итальянцев. Как же она получилась-то? Италия забивает гол. В этом вся она Италия. Джеккерини поражает ворота сборной Бразилии. Как мяч вообще к нему попал? Увлеклись повторами сейчас режиссеры. Судя по всему, этот вопрос мучает и Марселу тоже. Похоже, что прямо от Буффона прямиком. Да, от ворот вынес Буффон. А что здесь было дальше? Марио. Балотелли шикарен и роскошен. Нет, здесь превосходная комбинация была. Гол на самом деле изумительный. А кто там борьбу в воздухе выиграл? Ну и Марио. Марио крутой. 1-1. Ну и Джеккерини. Тиаго Силва пошел в центр, страховал. И у Джеккерини, по идее, другого выхода уже не оставалось, как пробить в дальний угол. Что он и сделал. Итак, штрафной. Бросаются все под мяч. И 2-1 в пользу Бразилии. Исполнил великолепно. Но, ну ладно, я, может быть, я где-то пристрастен немножко, но от самого штрафного осталось не совсем приятное такое ощущение. Ну какая разница? Главное, что Бразилия выходит вперед. И со штрафного бьет Неймар великолепно в дальний угол. Закрутил прекрасно. Вадим, Бразилия выходит вперед. Три мяча в трех матчах. Фред устоял на ногах. Вот это феерично абсолютно забитый мяч. Посмотрите, вот если говорить о силовом, атлетичном футболе, вот здесь Фред и корпусом сыграл, и пробил прекрасно. Не позволил себя задавить. 3-1 Бразилия впереди. Это он к Елине. Вот он к Елине оттер корпусом. И так пробил. И Марселу передачу какую отдает. Блестяще. Посмотрите. Супер.
подача. Балотелли. Мяч в сетке, арбитр не засчитывает этот мяч. Или засчитывает все-таки. Судя по реакции итальянцев, 3-2. Прессинг, конечно, на судью идет чудовищный абсолютно, причем со стороны и тех, и других. На центр все-таки. Смотрим еще раз. Подача. Борются Балотелли. Опять против Балотелли на самом деле правила нарушили. То есть они хотят пенальти, чтобы гол не был засчитан. Но Балотелли дернули опять за майку. Ну, на самом деле меньше, чем в предыдущем эпизоде. После чего довели дело итальянцы до конца. Или не 3-2, я уже, честно говоря, боюсь, но 3-2 все-таки. И Диаманти поменяли, Эль-Шаарави вместо него вышел. Хороший матч! Еще можно и нужно смотреть дальше. Марсело на левом фланге. Марсело падает. Маджо. Бернард. Бернард и его шоу. Удар! Справляется Буффон, но ничего не может поделать, потому что Фред добивает мяч и доводит в очередной раз преимущество Бразилии до двух мячей. 4-2. Вот вам Фред, соавтор первого забитого мяча, автор третьего и четвертого. Четыре мяча пропустили сегодня итальянцы. Луис Густаво здесь сыграл здорово. Нет, офсайда не было. Дешили сзади застрял. Хорошую атаку провели, но вот и человек, заменивший Неймара, поучаствовал в голевой атаке своей команды.